А сейчас о тех, кто нашел в себе смелость заниматься любимым делом, несмотря на ограниченные возможности здоровья. О победителях 6-го национального чемпионата профессионального мастерства «Обилимпикс». Первое место заняла команда из Москвы, у нее сразу 108 наград. На втором – сборная из Татарстана, а на третьем – из Московской области. В этом году впервые все проходило дистанционно. Участники, а их было около 2000, каждый из своего города выполнял задание. Соревновались более чем в 70 профессиональных компетенциях. Алексей Завалишин из Казани стал серебряным призером. Он проявил себя как репортер и фотокорреспондент. Тренировки для меня это было самое сложное. Самое сложное было еще в том, что надо было четко понимать, чего я буду снимать, как я буду снимать. И побороть в себе спортивный мандраж. Многие участники по итогам конкурса уже получили приглашение на стажировку или работу. Здесь видно республика. И в завершении кадры с Камчатки. Один из самых активных вулканов.